ты добишься в американское посольство, она опаздывает. Такая неприятная женщина. Сейчас ты добишься, как она. Умна. Привет, Матрян. Здрасте, приехали. Клав, ты что так вырядилась-то? Ты что, не знаешь, что ли? Американцы, они повернуты на джинсах, на хоккее. А значит, это верный путь в получении визы. Клав, ты хоть бы капельку патриотизма оставила. Так я уставила. Вот это молодец. Молодец, так. Сашеньку безубинку нашего взяла, да? Молодец, хвалю. Ладно, пойдем, что стоишь-то? Хай, здравствуйте. Обна, йоу. Ты че? Добрый день. Ваши паспорта, пожалуйста. Здесь были, где-то были. Были, ага. Где-то были. Где-то были, я взяла, были. Где-то были. Взяла. Бля, как же, взяла, а? Как же? Я взяла, были. Были у меня, я взяла. Как же? Я взяла. Были. Вот так. Вот дура. Я что, с пустым пакетом, что ли, пришла? Клав, тебе склероз так и подбирается. Ты же мне их отдала. Точно. Потом в пакет положим. Ну, естественно. Пожалуйста. Окей. А ксерокопии? Ты ксерокопии сделала? Сделала. А ксерокопии? Сделала. А ксерокопии? Сделала. Я так поняла, что попасть в вашу страну, нужно уметь хорошо отксеривать. Do you speak English? Yeah, sure, I do. My English is not so bad, you know. By the way, this grandmother are a little stupid, you know. So if you want to do business in Moscow, do it with me, you know. You may trust me anytime. You may believe me. What do you think about it, man? Pale guy, dude, yeah. Wow. Что он хочет-то? Спрашивает, говорим ли мы по-английски. А ему какая разница? Мы же не в Англию едем-то. Клав, короче, просто запомни. Ты теперь не цветочек. Ты теперь flower. Флайер. Да не флайер, корова самарская. А flower. Повтори. Flower. Хорошо. Мне нравится. Flower. Ну хватит. Ну что, перейдем к вашим анкетам. Да, перейдем, конечно. Ты мою-то заполнила? Заполнила. Ну и что там написала? Написала так, чтобы точно визу в Америку дали. Ну. То есть вы есть актриса известная? И будете путешествовать со своей прислугой? Все верно. Чего? Да это на бумаге только. Ты визу в Америку хочешь получить? А-а-а. Лучше иди водички мне принеси. Да. Слушается меня беспрекословно. Я ее на Казанском вокзале у цыган взяла. Вымыла, вычистила, человеком сделала. Она раньше только цыганские песни пела, да деньги просила. Недавно что-то опять с табором не ушла. Вот. Молодец. На сегодня можешь быть свободна. Чего? Спасибо, говорю. А почему вы не указали в анкете предыдущее место работы? О, мил мой, это как давно-то было-то уже. Уже и организации такой нету. Да. Да ладно. Нету ведь КГБ уже? Нету. Как вы собираетесь ехать в Америку, если на вашем счету $0? Да? Zero. А сколько рублей? Рублей 12. Ну вот, переведи в доллары. Окей. У вас 0,3 доллара. На что вы рассчитываете? На Лас-Вегас.
Вы знаете, в основном на рулетку. Но мы по-крупному не играем. И на шансах только же не играем. В поле играем хорошо. Фоллайн ставим, зеро шпиль ставим. 17-20 иногда поставим. Четверочку. На четверочку обязательно. Иногда 17-20 не прикроешь. 25-24 забудешь. Все. Ну, красный-черный, конечно, тоже уважаем. По-крупному не играем, но нам нравится. Ну, в общем, мне все понятно. Я должен вас огорчить, но визе вам отказано. Погоди. Как отказано-то? Черт. Давай это. Давай, иди зови главного. Окей. Я тут и есть самый главный. Чё ты меня лечишь-то? У вас чёрненький главный. Главный? Ты чё? Мне очень жаль. Я должен вас огорчить, но мне очень жаль. Я ничем не могу вам помочь. Скажите, ну, может быть, у вас есть какое-нибудь приглашение из Америки? Конечно, есть. Ты чё, не отдала? А, не отдала, ё-моё. Ты чё? Забыла. Вот, есть, конечно. От кого приглашение? От Сары Джессики Паркер. Окей. Я, Сара Джессика Паркер, приглашаю Матрёну и Цветочек в гости к себе в Америку. Подпись Цветочек. Або. Ты зачем расписалась-то? Чё-то я затупила. А что, надо было из-за тебя расписать? Ну, естественно. Давайте я расписываю, конечно. Все. До почему свидания. Все? Goodbye. Bye-bye. Ну, почему bye-bye. Все, товарищ? Погодите, товарищ, ну, может быть, как-нибудь договоримся? Вот, что значит договоримся, а? Легально визу делать способов немало. Но вспоминаем мы, как старь. Во всех инстанциях всегда нас выручала великолепная пятерка. И косарь! Суровый бой с самим собой ведет мужчина. Ну что вам стоит? Вы ж почти как Супермен. Виза в Америку полна адреналина. Мы выбираем Шенген. Мы выбираем